Всем добрый день, утро, день. Ну, в принципе, сейчас переход с утра на день. Я все еще болею. Шикарное состояние, так сказать. Если смотреть от обратного. Вот, ну, как, уже получше. Уже можно это. Вот, да, оповещение, что заработал чат, да. Так, что мы можем? Блин, а что ж такое? Так, запустилось все. Сейчас на телефоне чтобы видеть, что у меня там происходит, так сказать. Вот. Блин. Болеть плохо. Я могу сказать так сейчас. Горло, где у меня пшикал, когда горло вот оно. Сейчас пшикану. И пойдем дальше продолжать. Вчера я забыл запустить стрим. Соответственно, запись не запускается вместе с стримом. Вот, соответственно. Валькирию вчера завалил. Помучился, но завалил. И у меня мелкий захворал. Вот, я отнес, как мне сказали, к ведьме. Ведьма сказала, иди там сердце великана принеси из земли мертвых. Но земля мертвых это, ну, вообще быстренько, недалеко, короче, ушли. Но по рассказу сейчас будет как будто далеко. Земля мертвых это холодный такой мир. Вот, там по мосту пробежался, на другой стороне моста завалил великана, вернулся обратно, вот так. Вот, вот и все, и естественно мелкого поднял на ноги. А и после этого мелкий узнал, что он это сын Бога и что его отец Бог. Вот, мать обычно смертная. Пришлось мне признаться в этом. Блин, телефон. Так, все, я вернулся. Блин, в банк звонят. Отвлекают. Такие, вы сможете до 29 апреля подойти? Я говорю, я не смогу подойти. Говорю, ну ладно, давайте тогда до 29 мая. Как у них резко сроки увеличивают.
Вот, ждем вас по адресу, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, подойду. Блять, еще с этим другой банк кидает информацию. Короче, постоянно у меня какое-то сотрудничество банк. Так, ладно, давайте. Да блин, да что ж ты будешь делать-то? Давай, запускайся. Ну, скажешь, что... Все, давайте начинаем. Че тянуть к одно животное за одно место? Давайте вперед. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Не запустила, что я хотел. Сейчас проверим. Теперь запустила, что я хотел. Все, отлично. Давайте. Так, подождите. Пока грузится, я Discord проверю. Да, оповещение вышло, это хорошо, это радует. Ну все, побежал я. Все. Ты идем уже. Да, мелкого я уже спас. Так. Ну сейчас. Так, а мне куда надо-то вообще? Сейчас мы, короче. Я спас мелкого. А, нам надо сходить в это снова, где вот это, он заболел. Мелкий в этот. В хранилище какое-то дойти. Сейчас, может, здесь будет написано? Фиг знает. Но, прежде чем пойти в хранилище, я предлагаю все-таки... Подождите, подождите. Вот. Вот это интересует. Мне вот этот... чувак, кузнец или как он. Говорит, сходи туда, типа, это. Там встретимся. И вот я еще заметил, здесь две штучки. Давайте сначала сюда сползаем. Или, наверное, сюда сначала сползаем. Что это такое? Давайте на лодочку выйдем. И это. О, горит все. А, у меня еще из-за нововведений. Недалеко ушел, но. У меня есть такая еще вещь, вот такая вот вещь, клинки. То есть помимо того, что у меня есть лучник, у меня еще есть такой. Смотри, мелкий, я тоже могу. Ну, не так далеко, как мелкий. Но это, ну, неплохо. Вот, такая вот вещь. Да. Привет, привет, Олеся. Ну, я не знаю, если честно. Мне просто друг говорит, поиграй, пожалуйста. Вот, я решил посмотреть, ознакомиться, поиграть с этой игрой. Вот, может быть, God of War. Я не знаю, от разработчиков Skyrim. Надо будет почитать, кстати, про это. От них это или не от них. Так, пойдем мы. Честно, я даже сказать не могу. Так, я посмотрю, куда поплывем. Так, карту. Значит, я тут. Это оплыть надо будет сюда. И напрямую сюда. Я чувствую, мне сюда надо будет попасть. Опять говорю, сейчас, секундочку. А, прошу прощения, да. А, спасибо, Олеся, за это, то, что добавил закладки. Так, банки сегодня что-то звонят, тут сильно вот так атакуют. Ну, это не всякие там звонари и роботы, а, ну, реально, Газпром, Россельхозбанк, Совкомбанк, просто у меня тут небольшие такие эти работы ведутся. Так, ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Так.
Так, Гиза нету. Он, наверное, сейчас еще на учебе. Гиза нету. Так. Вот сюда бы сходить. Это мы сейчас дык-дык-дык. Скорее всего, отсюда плыть надо. Или сходить сюда. А потом, как это все разведаем, пойдем по сюжетке. Да, наверное. Нет, сюда, наверное, сначала сплаваем. Так, а туда попасть. Блин, тоже. Ладно, давай сначала сюда доплыву. Будет видно. Маленько болею, да. Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? Спасибо, на спасибо. На алтаре было, как он сражается с Асами. Хорошая история, но нет. Грунгнир родился и без головы, и без сердца. Поэтому великаны сделали их ему из камня. Знаешь что? Я попозже расскажу. Да, это хорошая мысль. Так, да, оскорбил, говорит. Не так, как я его обычно называю говорящая жопа. Босвар. Чего? Фримонт. Ой, ёжи. Давай пообщаемся. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. Но их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли по моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Так. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Да-да, я понял. У нас еще одна за... О, раз, два, три даже задачи. Ну, одна задача. Три разных места плыть, ё-моё. Называется, сходил. За квестом получил еще. Я не знаю, чем прогневал Тора. Но он покарал меня быстро и жестоко. О, наш знакомый змей. Да можно? Нет, туда нельзя. Ладно, это отлично. Пойдем пещерку обследуем. Так, волки, мелкие, готовься. Доберись! Блин. Продолжай. Берем клинки. Давай. Вот и все. Есть. Еще один свиток. Слушаюсь. Давай, свиток возьми. Еще как? Здесь должно быть что-то ценное. Так, это все. Мне 40 лет. А, еще место портала. Так. Друзьями вот решил открыть канал чисто для общения, совместных игр, просто игр. Сегодня с утра, пока все спят, а я болею. Кто на работе, кто спит, а кто болеет. Так, ну что, наверх полезем, да? Просто вот с друзьями постоянно играем во что-то. Вот. И вот сейчас решил организовать такой вот небольшой каналчик.
Здесь стримы устраиваю, на Ютубе, просто видео выкладываю, записи. Вот. Так, о. А как я пропустил тебя? Подожди, пошли вниз. Там что-то упало. Не-не-не, вниз. Так. Посмотрим, чтобы ничего не пропустить. Вот там. Так, топор возьми. А подожди, может... Нет. О, сюда лезть. О, первый раз вижу. А где слова, кто и твой там, а, быть или не быть? В чем, вот в чем вопрос. Матери, что ты не успел сказать? Я, наверное, я просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю, я тебе не понять. Как и тебе. Так, здесь я, по сути, уже был, да. Здесь я уже был, сундук открытый. Здорово. Маленькая ящерка. Змея, точнее. Вот. Так, подожди, если я сюда залез... А, здесь больше ничего не надо, точно. Сейчас сюда плывем. Ну, хоть вещи. А, не, залазь обратно, Я, короче, путь знаю. Давай. Тихо. Где? Оборотень! А, бери. Ах ты, блин. А, забыл. Ох, тут целых два, ё-моё. Да я понял уже. Давай. Блин, ушел от удара. Давай. А, блин, что-то я это не рассчитал маленько. Блин, а сейчас более это удобнее щитом-то. Все, я понял, уходить надо. Опа. Мелкий. Что-то я расслабился. Ты жив. Пока нет. А, нет, не так. Опа. Беги! Ой, отлично. Так, что-то я это, расслабился. Меня почти завалили. Так, все, здесь ничего нету. О, подожди, а как я здесь был, если... Или просто вода ниже стала? В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Да-да, я понял. Отказался. Ты что бы сказал? Ничего. Ничего? А. Все уже было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. Так, нам бы подлечиться. Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. Мелкий, ты недавно чуть не сдох.
Я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. О, стоп. Что это там внизу? Возьми. Золото. Золото нам надо. Мимир, ты в тот раз историю не закончил. Кто, я? Ах, да! Правдивая история Грунгнера, великана с головой и сердцем из камня. Так, давайте, Серёг, прекращаем. Но простофиля ужасный. В другой раз продолжим. Да, правильная мысль. Так, мы сейчас находимся тут. На берег вот вышли мы. Все, да, нам сюда. И карту открыли. Где-то великан, что ли, ходит? Да, точно. А, голем. Там у нас голем. Интересно, боевой, не боевой? Давайте проверим. Так, стрелы электрические. Интересно, электричество бьет камень? О, вот. Давай. А ему пофигу. Тихо. Да, он сразу... Нифига себе, это что, новое умение у него, что ли? Тихо. Давай, раскрывайся. О, какой ты. Давай. Опа, я понял. Давай. Покажи свое лицо. Не, я к тебе не пойду, нет, спасибо. Отец, берегись! Да. Оу. Давай. Покажи свои. Големами я только так. Давай. Тихо. Да, блин, подожди ты. Все, убила его. Да. Ух ты, ничего себе. Ух ты, ё-моё. Не-не-не-не-не-не. Врагу не позавидуешь. Давай. Ну, в принципе, неплохо. То, что не пришлось бегать вокруг него. Так, мелкий. Пойди сюда. Да. Ладно. Это еще одна карта. Еще одна карта. Так, ладно, это хорошо, что еще одна карта. Последняя. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... А, это призрак, который этот просил собрать. Давай кости. Отнесем кости. Так. Отлично, давай посмотрим. Так, здесь, по сути, все. Это здесь, по сути, все. А, вот здесь еще. Блин, еще сюда сплавать надо. Ё-моё. Так, сейчас дык-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 дык сюда. Тоже что-то здесь соберем. А где у нас призрак, который говорил, типа, это по поводу костей? Я сейчас что-то не помню. Так, давай сюда сплаваем. Ну, что, пойдем, мелкий. Но почему кости Кольвейк разбросаны? А может попробовать... Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. А, разведаем немножко. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. А это что за место? Это интересно. Закрыто.
Давай-ка портал запомним. Так. А, вот, это что у нас? Найти способ поднять решетку. Сюда попасть, да? Можно что-то с тобой сделать? А. Жди. Поплыли. Там задание у нас будет, так что нормально. Давай. Конечно, огребем. Фиделей. Но. Ну и ладно. Что это такое? Мимир. Красиво, красиво. Раз историю не закончил. Кто я? Ну давай, рассказывай, рассказывай. Правдивая история Грунгнера, великана с головой и сердцем из камня. Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде. Там он вдоволь напоил Грунгнера медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. И на этом мы остановимся. Так, ладно, давай сюда зайдем. А, еще один портал. Когда найдете таинственный камень, обращайтесь к нему предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Да ну, блин, ничего нету, да? И продать нечего, да? Да, ничего. Пламя хаос. Где пламя хаос? О, смертоносные. А, они не одетые, да, у нас? Ну, как я всегда говорю. Тут тоже ничего нет. Говорю, не нравится, не бери. Так, еще один портал. Так, нам еще дальше плыть. Метку пометили. Вот тут решетка какая-то, а там дальше проход. Давай решетку изведаем. Ты назад умеешь плыть? Это отлично. Там золото плавает. Посмотри-ка. Да. Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории. Это отец, ой, сын убил своего отца разбойника. Вообще, да, в общем, я оба разбойники. Злюсь, но ведь... Да, ну. Бывает, иногда. Бывает. Подождите. Я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Блин, не получилось бы, да, я понял твой намек. Блин, красиво, ё-моё. Эти разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Так, может, водяное колесо? Я так думаю. Подожди. Давай сначала здесь посмотрим. Здесь можно как-то на это залезть? Нет. У нас проход только сюда. Ага, я понял, давай. Так, стоим. Не могу. Один готов. Готов. Ну да, бей его давай. Да блин, попади ты в него. А, я его неправильно направляю. Нет, нет, нет! Ох ты, ё-моё, да. Ай, блин, ведьма, ведьма! Да,
готова. Ведьма готова. Ага, это сундучок. А как его открыть? Подожди. Получится, нет? Да. А здесь непонятно, как туда зайти. Ладно. А, ломать, крушить. Ха-ха-ха-ха. Так. Так. Блин, я ворона вспомнил, профукал. Нет, блин. Это все не просто так, да, подумай. Подожди. Помню, как... Нет. Так. Ну, я так понимаю, это колесо должно двигаться как-то. Сейчас будем думать, гадать. А, подожди. Это место профукло. Давай. Опа. Сокровище. Легендарный, а неугасаемый огонь. А, вот. Угли. Их можно сделать потом на огонь обменять. Блин, перебор. Получается, как надо заставить двигаться колесо. Давай подумаем. Ничего пока такого интересного не вижу. Олеся ушла. Ладно. Даже не у кого спросить, кто что думает. А что здесь можно еще сделать-то, а? Mm-hmm.
куда же мы теперь пойдем? Хороший вопрос. Я сам думаю, куда пойти? Что это? Где? А, подожди. О, да, 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 да. Вперед, вперед. Ага, ага. Да, ты думаешь, что-то получится? Пока. Где-то еще, да? Он упал! Ира тоже упал. Я уже готов. Отлично. Так, подожди. Над. Мелкий. Ты где? Ты прыгать будешь, нет? Давай. Блин. Ладно. Поехали. Так. Ну все. Путь открыт. Поплыли дальше. И когда ты злишься? Что? На меня. Когда? Да, давай, рассказывай. Ну, когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что... Короче, он... я понял. Я мелкий. Красавчик. А молодец, догадался. Ух, ёп! Ух, блядь. Давай, давай, давай. Прости, я не готов. Да я понял. Я готов. Да я понял, понял, понял. Блядь. Иди за ними. Ух ты, блядь, прыгай. Да, уворачивайся. Во, красавчик. Ты мелкого-то не трогай, блин, ты. Все, уходи, 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 все, он взорвется. Давай переключимся на это. Если мы успели подобрать. Давай. Ой, блядь. Это че машина дарахнула, что-то не увидел. Пока нет. Все, уходи, уходи. А, не успел, да? Я готов. Ой, понял, понял. Получил. Ой, бой, 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 бой. Бери. Бери. Подожди! Красно. Он что? Он что сейчас сделал? Я не понял. Да, мой ход. Так, что у нас там? Ай, блин, я что-то это, не смотрел экран. Тут как раз с нами еще враг был. Уходи, уходи. Да,
О, еще один, что ли? Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Давай, 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 отвлекай, отвлекай. А теперь вот так вот. А теперь вот так вот. Все, еще есть, тяжелый но? Бой. Да ладно. Посредственный бой. С Валькирией был потяжелее. Так, здесь закрыто, я понял. А, здесь за, что-то залазить, наверное, придется. Тут-то ничего. Со мной Атрей. Да тут он, тут. Че ты на него гонишь? Сын. Сын. Ходи сюда. Читай. Новая метка. Записывает пока. Я пока. Ой, мимо. Теперь тебя. Так, ну чё, всё, нет? О, мелкий, 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 сюда, сюда, сюда. Я кое-что нашел. Мелкий. Что это упало? Интересно. Давай посмотрим повнимательно. Может еще что-то есть. А, ведро вижу висит. Наверное, не попаду по нему. А, попал, смотри. Эй, смотри-ка. А, угу. Здесь есть на что посмотреть. Да это понятно, теперь как за... за... Ага. Сейчас подумать надо, как это скинуть. А, это скинуть можно. Мелкий не пришибло? Вроде откликается. Так, там что-то. Ага, сюда я понял. Сейчас подожди, сейчас здесь посмотрим. Не, давай-то как там разведу, мне кажется, там сейчас там соберем что-то и отсюда пойдем. Так, где там? Вот ведерко. Отлично. Хотя. Сейчас спустимся, посмотрим. Ага, не, мне кажется, там еще надо полазить. Это там соберем. Так, мелкий, ты мне нужен. А, блин, сегодня 28 число, что-то я не... что-то я забыл. Сейчас секундочку подправим. Только сейчас обратил внимание. Так, вас, иди сюда. Эту программу надо дописать, может автоматом будет название прописывать. 28, 28. Обнимайся. Так, будем надеяться, что все. На секундочку. Да, все. А то, блин.
Ага. Давай залезем сюда. Мне кажется, это по кругу сейчас поведет. Да, нет? Да? То есть оттуда сюда, туда-сюда. Нормально, все. Пошли дальше. Мужик. А чё ты не идешь? Что там случилось? Ага, корабль разбойников. Сейчас осмотрим. Сейчас. Сейчас все будет, подожди. Сначала сюда. Там место какое-то было. Да. Давай посмотрим, что там есть. А потом корабль разбойников. Я чувствую, это по квесту пойдет. А, нет, сундучок. Не-не-не-не-не. Мужик, ну ты че? Сначала сундук. Отлично. А теперь пошли. Корабль смотрим. Стоп. Да. А, все, я понял. Стоп. Нет, я не сюда побежал. Думаю, что не то? Что не так-то? А я не туда побежал. Парень, не мешайся. Эй, смотри. Чего смотреть? А, все, я понял тебя. Дома! А, вот. Мелкий глазастый. Чувствую, сейчас будет драка с боссом. Каким, правда, непонятно. Если тут все мертвые. Нифига себе. А вот и сын. Там призрака? Как ты узнал? Вот это знак. Сын. Такой же был на кинжале в спине его отца. Ранее. Он своего добился, но удержать не смог. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точили камень. Опа-на. Так просто, да. Легко, вы чё? Им они разбили ему голову. Правда? Фу. Бля, я понял. Давай. Я помню так под такого вдовного рыцаря. Да пошёл ты. Блядь, чё-то я маленечко застрял. Да пошёл ты. О, бью, уходи. Да, блин. Не, подожди, уходи. Да. Ёб. Бой, парень, успокойся. Все, уходи. Уходи. Во, отлично. Уходи. Осторожно, сзади! А где? Берегись, сзади! Да я понял тебя. Прости, я не готов. Ну что ж ты такой не готовый-то ведь? Вот так!
Давай. На тебе. И все. А, не, завалили, завалили, завалили его. Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну, у разбойников свои критерии. То, что не блестит, нельзя съесть или выпить, сойдет в качестве тяжелого тупого предмета. Опа, стоп, стоп, стоп. Подожди. А, вот, иди сюда, мелкий. И чё? А. Ух ты. Открывай давай. А, красавчик, а парень-то. А парень не глупый. Ух ты! Здорово, Гис, здорово, Гис. Олеся уже ушла, я так посмотрел, немножко и ушла. У нас еще один. Еще один зритель прибавился. Причем даже немножко пообщались. Так, мелкий. А, этот готов. Ну, недавно вот заходила и даже подписалась на канал. Вот, так что кто, не знаю, еще так особо не познакомились. Вот просила сколько лет. Вот, так, ну-ка давай посмотрим, что здесь у нас. Ага. Я знаю, куда это ведет. Я знаю. Так, сейчас, секунду. Пошли. Сундучок откроем. Да. Я с той стороны был. Поэтому и знаю, что это за место. А. Ну, немножко посидела. Почему? Потом ушла. Наверное, кстати. Не знаю, сразу, не сразу, но это... Может, испугалась. Ну, нет, просто, наверное, в этот. Пошла по делам. Но подписку оставила свою. Так что, не думаю, что она испугалась моего ответа. Ну да, да. Надо... А, я вчера говорил, не показал, только вот, вот они, клинки. Вот, и теперь мне надо какие-то угольки. А, ну у каждого свои преимущества. Вот. А теперь с клинками я могу так делать? Могу, да. Ну у каждого свои преимущества. Топор мощнее, клинки быстрее. Вот как бы так. Я бы так описал это оружие. Так. Ну хотя, если после прокачки клинков у меня материала пока нет, может быть, клинки будут еще мощнее. Я говорю, клинки просто быстрее. Иногда клинками проще избавиться. Вот. А топоры, они мощнее бьют. Тут свиток. Тут это смотреть надо, сын. Против кого дерешься. Ух ты, так много-то. Всё. Отец, прости меня, угрызение совести. Бла-бла-бла. Ага. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы локти кусать, так? История, ну, да. История такая. Хорошо бы отнести это его отцу в хранилище. К этому призраку, что ли? В принципе, да, неплохо. Короче, история такова. Я встретил призрака... В поисках точильного камня я встретил призрака.
которого был до этого камень. Его убил его сын. А я не знаю, если клинки прокачаешь, они будут лучше, не лучше. Это смотреть надо. После прокачки. Вот. Сын убил своего отца, утащил точильный камень. Вот. Сейчас мы нашли его сына. А кто их знает, да? Посмотрим. Ну, блядь, у меня эти еще накопились. О, броня, что-то броня какая-то. А, новый этот. А, защита и восстановление. Подожди, а... Ну, это эпический предмет. Юе. А, дай я дену. Это Юе. Это что будет делать? Красиво. Красиво смотрится. Ладно. Все. Вот клинки. А, у меня уже прокачаны они все. Ой, это топоры, топор, а это клинки как раз. А, видишь, еще надо качать их еще. Может быть, будет мощнее. Кто их знает. Тоже по максимуму уже поднял. А, подожди, что я туплю-то? У этого тоже по максимуму. Давай-ка стим... А его нельзя восстановить в этот... Кто-то подбирает зеленые бутылочки, а он сразу их выпивает. А, так, как еще восстанавливать, я не знаю. То есть, если сейчас увижу... Да, нету зелененьких. Их подбираешь, и хп восстанавливается. А, все, мы вышли, короче, наружу. И нам сейчас надо, я так понял. Вот сюда. Да-да-да, сюда. Пору отдать письмо его сына. Вот, ну все. Квест мы разгадали. А, это... а, да, мы отсюда же выплыли. При ярости вроде восстанавливается. При ярости. Сейчас попробуем. Так, подожди, я куда плыть-то? А, так я. Фу, все, я здесь был, да. Так, а теперь как-то надо это выплыть отсюда, блядь. Да-да-да. Готовься. Поплыл! Вперед! Блять, он не пускает. Блин, а что теперь делать? Ищем способ выбраться отсюда. А может как-то остановить можно? Или можно как-то заблокировать будет? Так, я помню, я топор какой-то выбил. Давай сейчас попробуем. Так, здесь я вроде все сундуки собрал. Вроде да. Так, давай-ка ставим. И куда же мы теперь пойдем? Да я, кто его знает, нет. Да блин, а что же делать-то? Мешает выплатить вот эти вот. Блин. Я теперь не знаю, как отсюда выбраться. Как отсюда вот выбраться. А, подожди, это что у нас? Найди другой... А, найти другой выход. Теряшка потерялся. Вебка будет после того, как я буду в хорошем состоянии и красиво выглядеть. Я болею, сопливлю, вот. Горло вроде проходит, вроде потихоньку выздоравливаю. Будем надеяться, завтра все будет хорошо и будет вебка. Вот. Так, вот все, нашел, найти другой выход надо. Все. Да, я понял. Давайте искать другой выход. Сегодня уже красавчик, ты еще не видел меня.
Постараюсь завтра. Так. Где это у нас здесь? Подожди, а вот это что у нас такое? А, стой, стой. Все, я нашел выход, Все. Точно, я помню, проплывал. Тут как раз золото валялось. Точно, точно, точно. Это, по-моему, он и есть. Подожди, а тут что у нас? Давай посмотрим. Ага. Давай посмотрим. Так. Ага, все. Все, мелкие поплыли. Еще золото. Их нам надо. Еще золото. Что-то тут много золота. Ну что ж, мы не закончили одну историю. Ну, Один давай, пригласил Грунгнера в свой дворец в Асгарде и напоил... Пять сек, подожди, расскажешь. Так, это что у нас? Вернитесь к Синдри. Не понял, какой Синдри? Это что у нас? Блять, что у нас? Эти кости. Ладно, дверно. А... Его на потеху другим асам. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнир запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунгейм. А, подожди, к тебе что ли вернуться? Пришел он, Не смеялся. О, нет. Как все прошло в крепости? В другой раз продолжим. Давай. Нашли мы твой камень. О, чудесно! Необычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Че он дал? Че за фигня? Рукоять для тупора. Скорее бы испытать новый камень. Вид у него не очень, но он так и пульсирует магией. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него плюнул. Для смазки, сказал он. Я не стал. Так, рукоять для топора что-то. Блин, опять надо этот... дымящий уголек, да. Мне... Подожди, а я где-то... Ресурсы. Замеши пламя мне еще надо будет. Ох. Вообще. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Ладно, ладно, ладно. Так, все, хорошо, это выполнили. Давай теперь сплаваем. Это кто у нас? Вернитесь в хранилище Фарнира. Ладно, вернемся в хранилище Фарнира. А сначала сюда сплаваем, да. Да, кости вернем. Отвезу, но... Не работает. Где мы остановились? Ах, да! Во дворец в Асгарде прибыл Тор. Меня включено все. Не без разницы, но... И увидел, что Грунгнир, наивный великан, напивается медом Одина. Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнира до сих пор его в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнира. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха.
Ужасная история, Мимир. Так, что это такое? Вот тебе и мораль. А, я здесь был. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. Как мифы? Мне это мало. Ну ладно, если что, не пропадай, заходи, я тут. Вот, сейчас немножко еще поиграю, небольшой перерыв, потом эту хоп буду проходить. Так, сейчас доплыву, да, сдам кости этому чувачку. Больше вроде тут ничего не надо. А, вот эти пойду еще сделаю. И все, наверное, сегодня. Да, вот эти побочные квесты. Сюжетку, наверное, завтра тоже продолжу. Так что заходи. Тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл. Я забыл. Причалим здесь? Подожди, а надо сюда причаливать? Интересно. Хотя тут очень много чего интересного я вижу. Давай причалим. Вот, вон те зеленые штучки восстанавливают мое здоровье. Так, мелкий, поменяй стрелы. Вот туда шандара... Да не сюда, иди сюда. Мелкий, блин, задолбал. Вот туда можешь шандараться? Во, мостик открылся. Да. Давай. Опа, стоп. Меняй стрелы. Блядь. Я не готов. Мы, короче, оба тупим тут, я понял. А мне это нравится. Ой, блядь, я понял. Ухожу. Ой, блядь, здесь огненные появились. Ой, блядь, я понял. Все, ухожу. Ухожу. О, еще сверху кто-то. Да, я понял, спасибо. Давай, прыгай на него. На тебя. Так, там наверху кто-то выёживается, подожди. Не, это не последний, он там еще тоже. Отлично. Так, мелкий, поменял стрелу, давай. Ага, отлично. А вот тут что, мелкий, можешь сюда стрельнуть? Ага, прикольно. Ладно. Сейчас вот... Ну-ка, давай. Да, если ты это не видел, у меня, смотри, какая вещица есть. Открывая волшебные замки. Давай. А тут, соответственно, сундук. Надо секретные проходы куда-нибудь. Так, ну все, да? Не, давай-ка сюда слазим. Или, если сюда не сможет, получится. Не получается, да? А вот сюда? А, нет, туда не тоже не получится. Ну, пошли. Блять. Три символа надо искать. Смотрим три символа.
Я понял. Ой, блин, там эти вещи валяются. Я посмотрю повнимательнее. Опа-на, там еще этот. Блин, да. Меня прям везет сегодня, я вижу. Так, мне надо 3 символа найти. Это что? Где? А, подожди-ка. Ты можешь застрелить? Просто! Ага, я понял. Вот, вот вижу один символ. Так, еще 2 символа осталось. Блин, наверное, так это скрыто, блин. Ладно. Мы знаем, что у нас есть сундук, который надо открыть. Так, я чувствую, здесь бой с боссом будет, да? Ага. Хрен, у нас бой какой-то. Я тоже так умею, чё ты так это? Давай, 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 да, держи его. Ничего себе! Я такой, да. А ты думал? Я не из простого теста слеплен. Так, вот это что такое у нас? Так ты нам нужен. Подожди, стой. Подожди. Назад есть. Ладно, мы знаем, что здесь эта вещь лежит. Найдем, куда еще поставить ее. Привет, птичка. Угу. Мелкий, можешь сюда стрелять? Все такие это. У вас кликнули. Так, вот меня вот это напрягает, я чувствую, бой будет. Да? Нет. Нет? Как так? Пошли. Ищем 3 символа. Все? Все, отлично. Пошли, посмотрим внимательно. Уходим. Все. Вот сюда надо принести. Так, ладно, давай посмотрим. Может, я увижу 3 символа здесь. 2 символа, точнее, еще осталось. Один-то я нашел. Так, пошли. Камушек нам надо сюда принести. А, камушек просто так не принесешь, потому что он с камушком не умеет лазить, поэтому. Где там камушек? Иди сюда. Нам надо еще 2 символа.
Чувствую, да, побочки не будут выполняться. Что-то необычное. А может и будет. А может и будет, а может не будет, а может будет. Ага, прикольно. Хорошо. Готово. Так, высматриваем следующий сезон. Вроде нет. Где-то еще перед определенным углом могут валяться. О, вижу. Еще один остался. Так, это у нас... Да, спускаться. Ладно, спустимся, да, наверх, сползаем. Не, беги! Еще один зов! Отлично! А, блин! Так, давай сюда, я высматриваю. Ай, блин! А, нет, не всех убили еще. Отлично. А, вот он еще один. Еще... Живой, что ли? Ух ты, блин. Это все. Да, отлично, что это все. Ага. А, сюда надо это принести еще. Что у нас здесь? Призрачная белка Рататоска. Выкапывающие расходные материалы. А так это. А это случайно не своему ли этому дать могу? Так, нужен камень. Нужен камень. Ой. Опа. Так. Нет, да? А вот так. Тоже нет. Так, сюда нужен камень. А где его взять? Большой-большой вопрос. Так, ну-ка попробуем сначала. Сначала мы попробуем. Так, и заодно высматриваем символ. Да. Я тебя могу взять? Могу. О чем мы отключили, я еще не знаю. Угу.
Давай. Так, мелкий. И чё, вот я сделал это. Чё-то там взорвалось. Тоже чё-то рвалось. Вот, всё. Выходи. Ой, всё, понял, убегай. Это будет битва. Блять, это... Ох, у тебя будет тяжелая битва. Давай. Пошли сюда. Я готов. Я верю в тебя. Давай. Леска, я не готов. Я понял тебя. Нет, давай. Все, беги. Да, сюда беги. Ждем. Высматриваем их. Ага, ага. Бежим. Опа. Береги сзади. Опа, понял. Уходи. Я понял. Давай попробуем. Да, отлично. Блин, если бы не этот. Я понял. Ух ты, ничего себе. Беги. Опа. Бери топор. Один готов. Опа она. Мелкий, я в тебя верю. Отлично. Так, давай вверх. Опа, прям через него. А ты думал как? Ты плохо выглядишь. Нормально я выгляжу. Лёшка, пока нет. А ты думал? Давай, отвлекуйся. Опа, отлично. Пока нет. Давай. Опа, отбегаем. Да, подожди. Еще раз. Отлично. Я не готов. А ну-ка. Ох ты, блин. Убегаем. Отлично, чуть назад. Давай. И теперь. Во! Там у этого. Ух
Отлично. Запинали. Так, и берем, идем забирать награду. Идем за наградой. У нас легендарный предмет, бесформенная субстанция из разрыва между мирами, используется для усиления уникальных свойств разных талисманов. Понятно. Надо, кстати, посмотреть будет, поменять, что случилось. Так, давайте символ высматривать. Это... Мне осталось найти еще один символ. Еще один символ. Еще одна буковка. Давайте спустимся. Вот еще один символ. Где же он прячется-то, а? Прикольно. Далеко же он добрался. Я иду. Блин, секундочку, телефон звонит. Теперь звонил мошенник, но что-то быстро слился. Я люблю с ним над ним поиздеваться, поизгаляться. Ну, как есть. Так, сейчас я заблокирую. Но я внесу список, и это, который потом будем публиковать. Так, сейчас, секундочку. Где я видосик? Блин. Вот, да, ты раскрывайся. Все, продолжаем. Отвлекают всякие, тут звонят, блин. Чего у нас тут есть-то хорошего? Сколько времени? Нормально. Может, даже успеем чем-нибудь. Ну чё, мы, можно сказать, не сразу шли на этот остров, изведали его. Так, я здесь, да? А мне туда плыть надо. Давайте поплыли. О, не зря отсюда поплыли. Так, точка и лампочка. И меча. Если кто помнит такую шутку. У меня вопрос. Если Эмир был первым великаном, откуда он взялся? Вначале был Генундагап,
великая пустота. Миров еще не было, только первозданные силы. Был огонь и был лед. И встретились они в пустоте и образовали... Воду? Не просто воду, а живую кровь для чего-то совершенно нового. Из этой воды возник и мир, воплощение созидания и хаоса, мать и отец всего, что родилось после. Давай я тебе попозже расскажу. Ну, ты чё, продолжай, я чисто зашел это подобрать, чё ты сразу... Альфред, прислал мне какой-то видосик. Посмотрим. Нам сюда? Нет, нам дальше. А тут ничего. А тут что-нибудь есть? А тут ничего нет. Кроме портала есть. Торговцы. Поплыли дальше, поплыли дальше. Мимир, может, закончишь ту историю? Конечно. Да блин, мы почти приплыли, он начал. А, из пустоты возник первый великан Эмир, и после от него произошла вся жизнь на свете. Давай, рассказывай. Даже асов? Да, всякий бог, человек и зверь вышли из плоти Эмира. Однако из всех именно асы считали, что они выше остальных существ и вправе повелевать ими. Именно Один поднял руку на своего создателя и пролил животворящую кровь Эмира. Он сказал, что так было нужно, чтобы навести порядок. Из разорванного тела Эмира Один скроил Мидгард на свой вкус. Себя он назвал всеотцом, будто он сам был творцом, а не убийцей творца. Мелкий, завистливый тиран. Любопытно. Мимир? Ой, прости, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом месте. Молодец. Догадался. Ах ты. Не уходи. Да, ты да ты охренел, что ли? Следи за ним! А, еще один такой же наглый, да? Как он такой? Ушел. Ну, выскакивай давай, где ты? Смотрим. Прости, я не готов. Да нормально. А, слышь, это. Ты разговаривать будешь, нет? Или тут еще кто-то есть? Во, наконец-то. На. Мы собрали останки твоей женщины-призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик, вновь цела. Я только сейчас об этом подумал. Встань, милая Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Что-то мне это не нравится. Эвни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эльди Фагнал. И даст нам... Индау! Ведьма! Блядь, я так и знал. Так и знал. Точнее, я предположил, что дальше будет жопа какая-то. Давай. Справа. Лена. Ну давай, скажи. Я же говорил. Я же говорил. Ты глупый мальчишка.
И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Я, кстати, так и предположил, что сейчас поднимется это тело и придется драться. Не на. Я же говорил. Личное сопротивление ассасина. Так. Ну, сколько у нас время? Давайте сплаваем, наверное, сюда. Да. Сплаваем сюда. Поплыли. Сюда. Подожди, не-не-не-не-не-не, нам не сюда, сейчас. Я помню. Так, смотрим. Плывем. Вот тут, да? Ну, в принципе, да. Да, нормально. Золото, 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 это золото. Красавчик. Так, вот это мне сейчас надо будет понять. Скорее, я предполагаю, это вот это место. Сейчас соберу. Всякий лут. О, еще одно золото. Сегодня, да, на золото везет. Так, сейчас посмотрим, ну, сюда, не сюда. Да, нам сюда. Пошли. Так, тут я дрался с двумя этими. Я их вроде даже победил. Блять, это другие. Давай, вперед, вперед. Давай. На. Так, что у нас осталось? Почти готов! Нифига себе, они пробивные! Подожди, подожди, не бей сюда сейчас. Так, давай, щит. Осталось три, да? Подожди, подожди, сейчас, 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 сейчас. Давай. Пока. Отправили на плавание, да. Это все его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Ответственность. Нет. Так, здесь мы похоже. То есть... Скажи, что он там делает? Так. Раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой... В общем, я почувствовал себя взрослым. Пошли мы дальше. Так, смотрим, куда нам дальше. Вот это остров, да? Под водой еще один затонувший корабль. Так, блин, нам вперед куда-то. Смотрим.
А, подожди, нет, вот на этом острове где-то. Как ты отсюда сюда надо залезть? Смотрим, смотрим. Еще одно золото. Можно причалить здесь. Во. Отлично. Так. Давай думай, мелкий. Самый мелкий. По сути. А, вот, точно. Все. Пошли, пошли. Так, сейчас. Во, все, началось. Я готов! Давай, давай, давай. Да ладно. А правда? Почему у одного капитана так много людей? Они были ему верны и шли за ним. И все погибли. Ну, плохой он капитан. Почему ты так думаешь? Он привел команду к смерти. Да, но они сами пошли за ним. Даже хороший капитан может ошибиться. Каждый сам несет за себя ответственность. Помни это. Так, сейчас разведаем. Тут всякая брафлишка валяется. А, подожди. Сюда. Свитер. Сундук. Сундук. Так, запишу это в дневник. Да я понял уже. Так, как вот это бы надо взломать-то? Вот туда попасть. Этот как-то его надо. Так, ну-ка стрелу попробовать. Нет. Ладно, сейчас посмотрим, что можно сделать. А, подожди. Опа, 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 опа. Где у нас котел? Я понял, только как туда попасть. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас все выведем. А что ж такое? Ага, я понял. Как любопытно. Тебя.
Вот что-то еще. Надо вернуться еще. Окей. Пошли. Смотрим. Так, я все еще здесь. Ага. О, блядь! Еще чуть-чуть! Плохо выглядит! Ух ты, блядь! Значит, это все? Блин, опасный типчик, опасный. Ладно. Ну чё ж, сейчас завалим его. Сколько времени? Блин, пока нормально, пока можно. Опасный, опасный чип-чип. Вперед, 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 вперед. Вперед, да я понял, 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 понял. Ух ты, ёпты, ёпты, ребят, он слишком быстрый. Я понял, за мной, я понял, понял, понял. Берегись! Я понял. Он слишком шустрый, да? Беги, 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 беги. Он тебя зарубит сейчас. Он слишком мощный удар. Да я понял, 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 понял. Прости, не могу. И я понял, что он бегает за мной. Берегись! Как угорело. Берегись, сзади! Я понял. Трума! Слишком шустрый. Сзади! Быстро бегает, блядь. Сзади! Я понял. Ты давай. Ух ты, блядь, я в нокауте. Сзади! Я понял. Ух ты, блин. Сзади! Я понял. Берегись, сзади! Берегись, сзади! Сколько у меня там здоровья, бля, пиздец, у меня здоровье. Берегись, сзади! 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 Где почти-то, еще половина даже это. Да есть, сейчас не вижу. Берегись! Ворота не действуют, блять. Блять. Побежали в эту сторону. Пока нет. Здесь, да, негде, прятаться негде. Берегись! Прятаться, прятаться негде, да, я понял, понял, понял. Блять, какой он это? Шустрый. Ух ты, нифига себе, беги, беги. Ну да, сейчас он нас завалит, наверное. Берегись! Мощный удачник. Подожди, сейчас помнить, как. Как это? Осторожно! Я понял. А, беги! Блять, 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 беги себе, прям маленько. Блин, тоже сказал.
сейчас удар произойдет. Осторожно, сзади! Я понял, понял, понял. Сзади! Берегись, сзади! Ух ты, блядь, мелкого контузия. Стал мелкий. Сзади! Берегись, сзади! Догонялки, короче. Сколько у него отнял-то? Ух ты, блядь! А, блядь, понял! Блядь, быстрей! Да быстрей! Нет, отлично. А, беги, 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 беги. Берегись сзади! То, что он, кстати... Ну, сейчас, да, он сейчас все при смерти этот, поэтому... Сейчас, так... Фиговину использует, блядь! Сзади! Ой, беги, беги, беги! Куда мы бежим? Ну, тебя. Все, понял, понял! Бегу, 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 бегу! Фу, удалось вернуться. Вот, понял, 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 понял. Да я понял, 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 понял. Ох, блядь. Его лицо. Я видел его лицо. Вблизи. Осторожно, сзади! Брат, сзади! Да я понял. Сзади! Сзади! Опасный момент, опасный момент. Осторожно, сзади! Все, что ли? Да ладно. Ну, завалили. Давай мелкий читай. Светильники Тюра. Символ света, я зажечь который можно. Связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Хм. Так, а теперь читается, нет? Это или одно и то же? Подожди, эти а... руны мы видели, но такие прочесть я не могу. Не можешь, да? Ну ладно. Потом начнем. А так и зажечь надо эти факелы. Маяки. Ну, типа того. Так, сейчас вернемся еще туда, потому что я, по сути-то, там все сделал, но я сундук не взял. Без сундука уходить мне нельзя. Давай. А тебе приходилось вести за собой? Кого? Да. Много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, сын. Лучше думай о задаче. Ну да. Ладно. Подожди, я где? Нет, там не надо. Узела девочки. Так. Смотрим. А, подожди, не, я вот так перебрал с того острова на этот, я понял. Во, вот, точно. Сейчас я снова все залезу, потому что там есть сундучок, который я хочу взять. И там еще что-то вроде что-то было. Ой, блядь, ведьма! Ведьма, 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 ведьма. Не мысли. Красавчик. Стрелой завалил. Красиво так. Да можно как-то забраться? Готово! Ну туда. Берегись! Ой, блядь! Где она?
Я ее не увидел. Да ладно. Это все. Все? Не пугай меня. Так, надо как-то забраться на эти способы. А вот как это сделать? Вот. Ой, блядь. Вот так. Да. Я тут... А, подожди. Я вот так сделаю. Да-да, я... На здоровье, конечно, шикарнейшее. Кто попался? Куда попасть? Хотел бы знать я. Подожди. Оттуда я туда уходил, понял. Так, это подожди. Дюк, оттуда. Я понял. Я маленечко понял. Вот, здоровье как. А, нет, не здоровье, но. Так, теперь вот насчет тебя надо понять. А, вот, вижу. Кто молодец? Я молодец. Подожди, туда можно? Туда нельзя, да? Ладно. Тихо. Ебнешься, нет? Так. Подожди, давай здесь посмотрим. А, здесь, понятное дело. Подожди, вот здесь чуть лежит. Понятно, я туда на другую сторону, на другой берег перебираюсь. Ну мне нафиг. О, подожди, может отсюда. Опа. О, телепорт. Телепорт. Ну, надо сейчас здесь еще что-то сундучок забрать. Потом сюда сплавать. Потом сюда сплавать. Я не знаю, сейчас это будет, не сейчас. Сейчас мне надо разгадать тайну, как. Блять, он там лампочка или че? Блин. Мелкие, пошли туда. Так, это понятно. Ладно, сюда. Так, это у нас великий змей. 8 любить и жаловать. Вот. Вот она, эта веревочка. Туда можно как спуститься, сюда нельзя. Как-то что-нибудь взорвать можно? Нельзя. Вот. Все, я нашел. Вперед. Давай. Опа. Две лампочки лечи, или это одна? Та же. Отлично. Какая топора. Это полезная штука. А, тихо. Вперед. Ну что ж.
Так, я видел, две лампочки летят, и потом нам сюда. Нормально. Так, еще золотишко, это нам надо. Вот даже две штуки, вот и одна. Давай, бери. Пошли вперед. Слушай, это там лампочка или еще висит? Повышение силы. Можно причалить здесь. А нам сюда и надо, в принципе. Давай. Ай, блядь, я понял, понял, не берем пока. Трума! Подожди! Отлично, прикольно его в воду скинул. Пока нет. О, блядь. Давай договорись с тобой. Все, по-моему. Это был последний корабль. О, блядь. Блядь, я понял. Своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа лишь утверждает его. Тогда зачем мы это сделали? А вот это, блин, нифига себе. Вот это, нифига себе, беги отсюда, нафиг. Отцепись от него, нафиг, беги отсюда, блядь. Нахер ты за него зацепился-то, отцепись. Да, нет, 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 нет. Куда бы спрятаться? Куда спрятаться-то? Нифига ты за него зацепился. Да не надо его бить. Это маленький галенький. Блин, а как от него? Я не помню, как зацепляется-то, цепляется. Пятнадцать-то негде. Я готов! Блядь. Брат, нет! Я почему-то зацепился за него, я не мог бежать свободно. Да. Сын. Читай. Карта сокровищ. Отлично. Вот он. А, как туда попасть? Давай посмотрим. Думаю, где голем-то, блин? Вот он. Вот он. Рома! Готов, жду приказа. Так, ты... Go!
нет, нет, нет! Уходи оттуда. Точно, да, пройти можно. Но пока что-то недоступно. Что-то какое-то мне умение надо. Так, давай посмотрим. Вот сюда вернуться. Давай вернемся, сдадимся. И, в принципе, да. Поделаем гельный. И в принципе, да. Потом тогда уже. Потом может уже об. Вот, немножко отключимся от этого. Вот это. Смотрим. Нормально приезжаем. Да, блин, что-то я перепутал. Туда, не туда, не туда. Блин. Чуть-чуть назад. Всех убили, ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Давай посмотрим, что у нас там. Так, порталы, 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 порталы. Единственное побочное задание это вот это вот. Она побочка как основная вот это вот она. И вот это вот. Давайте, да. Невозможно. Сохранимся. И. Немножко передохнем, поделаем дела. И позже встретимся, продолжим. Не знаю, то ли эту, то ли... Я думаю, хоп, будет хоп. Следующая будет игра хоп. Продолжим ее проходить. Вот. Так что спасибо, кто смотрел. Вот еще раз спасибо и пока-пока.